Вот, кстати, в программе «Давай поженимся» ты рассказывал, что ты жила с мужчиной, что ты его содержала. Да. Вот это была правда или тоже уже придумано? Не, правда, правда. Я вообще ничего не придумываю. Я один раз приукрасила, не надо. То было все правда абсолютно. Абсолютно, даже не приукрашено. Даже я смягчила, понял? Даже я смягчила. Наверное. Ну вот часто Ларису Гузееву ее обвиняют в том, что она оскорбляет участников проекта, что она унижает. Тебя обижали ее комментарии в твою сторону? Или что-то она какие-то фразы были? Абсолютно не. Ну это знаешь, если ты обиженный, так тебя все обидит, понимаешь? Но если человек по жизни обиженный, ему что-то там не то скажи, ему же не сказали, ты там, ну, неважно. Знаешь как, ну человек как бы высказывает свое мнение, успокойся уже, что ты выделываешься. Не, Лариса Гузеева как раз ко мне была очень такая добрая, знаешь, вообще, кстати, вообще никакой фразы там наперекор. Она никого не оскорбляет, она классная, веселая женщина вообще. И очень хорошо ведет эту программу. Ну, супер просто.